Ну вот сейчас буду готовить праздничный ужин своей королеве. Девчонки, всех с 8 марта! Счастья вам, любви и всего вам самого наилучшего. Безумный Паш с вами. Знаешь. Чё без дусточки-то? Масло налей в противень. Возьми и налей. Кошку сюда сложишь. Ебать, без досточки, без ничего, нахуй. Да плевать. От стола будет вонять, нахуй, и похуй. Вообще. Готовит он. Ну что, рыбу потрошу. Так. Сейчас руки ополосну. Сейчас посолили рыбу, чтобы она солью пропиталась, нужно теперь добавить лимончик. Я так думаю, мне Паша готовит, чтобы рыбка маленько была с кислинкой. Ну да, как-то так. Сейчас натрем. Еще. Запакуем. Луку предоставьте. Будешь эту фольгу заворачивать. Нахуя тебе в противень масло? Здравствуйте. До свидос. А вы думаете, что она прям пригорела? Она здесь в фольге у тебя не пригорит, это раз. Охуенно. Охуенно.
Зелень по-хорошему наверное. Ого. Ну куда ты вот, блядь, меня не мог попросить? Нет. Я должен был. Да ты сейчас его порвешь, нахуй. Да сюда. Уйди. Стой, стой. Пиздец, нахуй. Нет, тебя надо готовить этот трезвый, чтобы был нахуй. Да, чё сидите? Чё сидите, есть какие-то? Попозже. О, я сказал. Так ты её порвал всю нахуй. Попробуй. Хули пробуй. Почистим лук. Ты как, так будешь заворачивать или потом положишь? Или мне так ложить? Нахуя? Вот так и поворачивай. Вот ты ее поворачивай. Все. Ты мне готовишь? Вот ты готов? Готовлю. На, смотри, опять не порви нахуй. Заворачиваем рыбу. Ложим в противень. Сейчас маленько луку накрошим. Маслом мне, конечно, не достали. Ну ладно. Ну, конечно, подгорит. Не подгорит. Не подгорит. Он тебе должен пропечься нахуй, потому что ты жаришь с фольгой. Братва, хочу идти своей сюрприз сделать. Ну, дальше увидите все. Безумный Паш с вами. Делаю Иришке сюрприз. Пока она не видит и не знает. Братва, вот сейчас хочу сделать для своей любимой Иришки сюрприз. Сейчас маленько попозже, мы ее позовем, конечно. Ух ты, ну ладно. Ой. Как классно. Зайка! Иди, моя хорошая, иди сюда. Иди, иди, иди. Не бойся. Сюрприз устроил? Конечно. Ну, давай. А ну, сука! Паша. Чего? Ну, мне-то не надо меня бить. Открывай как-нибудь так. Да не буду в тебя. Вова! Нихуя себе. Ига! Меня-то, сука, не лей, блядь! Вот так! Безумный Паш с вами!
любимая жена. Поздравляю тебя с 8 марта. Ты похож, ты как он сделал. Дай поцелуй. С 8 марта, дорогая любимая жена. Спасибо.